Ну и мы врываемся с продолжением нашего китайского дивизиона. Слушай, день-то такой, надо еще больше кофе сегодня. Да, друзья, это у нас третий матч, и, судя по всему, встречается China Wild против Буэра. Инфи мы до сих пор пока что не видели. Ну, я надеюсь, что мы увидим все-таки его сегодня, потому что человек, он явно занятой, но в сезоне сыграть нужно. Подожди, или это, собственно, он и есть? Нет. Это первый, да, первый игрок. У него, если вот касательно Инфи, я могу достаточно много всего рассказать. Инфи у нас в команде Vici Gaming, то есть у него должна быть приставка командная. Как мы видим, приставки нет. Да-да-да, это точно Буэр, это тот самый Да-да-да, парень, вот который меня... порадовал нас нестандартными колодами, и это тот самый друид. У меня есть расшифровка, вот конкретно только его никнейма по иероглифам, так что это действительно именно он. Ну и могу пару слов про него сказать. Это как раз-таки игрок, который находится у нас внизу. Он 26-й в Китае, 232-й в мире. За свою профессиональную карьеру выиграл порядка 7 тысяч долларов. Принимал участие в основном в региональных турнирах и в одном из очень известных турниров Gold Series Spring 2016, за что, собственно, и давали вот эту великолепную золотую рубашку карта, которую лично я очень долго мечтаю. Но, увы, она досталась только как раз-таки участникам, собственно, этого турнира. Среди его любимых классов находятся друид, паладин и чернокнижник. И по его винрейту могу сказать, что он, опять же, как я и озвучивала ранее, отрицательный. Он сыграл на профессиональной сцене 26 матчей, винрейт у него 42%. Ну и здесь классическое противостояние, наверное, классическое противостояние. Зулога против друида. Ну, это уже новый Зулок. Да, просто великолепная ситуация. Хорошие зачистки он смог найти. Потерял очень мало здоровья, и это играет ему вот только на руку. Единственная проблема, конечно, размахи. По-моему, все у нас уже выбыли с игры. А здесь запретный ритуал. 5 щупалец появляется на столе. Да, они такие забавные золотые. Слушай, мне очень понравилась анимация безумного крестьянина. Вот сейчас была раскопка, прям... очень круто выглядит. На самом деле мистические такие все новые карты, очень интересно оформлены. Добавили им явно шарма в озвучке, в анимации. Вот снова безумный крестьянин. Какой, посмотри, коварный-то. Здесь, конечно же, переполняющая мощь берется. И хорошо зайдет для доразмена. Появляется морской великан. У друида все бы было неплохо, если бы у него был опытный охотник и какая-то тяжелая провокация в виде там древа войны, чтобы сейчас убрать. Есть раскопанный идол. Вау, грязный барахольщик. А вот барахольщика я не ожидала здесь увидеть, признаюсь. Я, честно говоря, тоже очень интересное решение. Возможно, это как существо для... закрытие четвертых дропов, потому что у друида их не так уж и много. На самом деле не соглашусь, там очень хорошие четвертые дропы. Это ты про новые карты. Но опять же, да, новый хранитель рощи, который дает разгон по мане, либо существо 2-2. Опять же, легендарка новая, Фендрал. Но опять да, же, великолепная, данной... кстати, легендарочка. Учитывая, что играет в этой версии друида двух, два древа войны, две копии этой карты. Также гнев играется, идол. То есть есть карты, которые могут синергировать с Фендралом Оленьим Шлемом. Вот как раз я говорила о вот этой новой карте, четвертом дропе, но вот зачем тогда грязный барахольчик? Разве что на добор? Добор карт, но с другой стороны, опять же, есть у друида возможность добирать карты с помощью, ну, здесь почти, нет, это под ноль, да, летал. Победа Зулока, но опять же, Зулок изначально с друидом играет в плюс. Раньше так, по крайней мере, было, но сейчас, как мы видим, вновь чернокнижник побеждает. Так вот, возвращаясь к грязному барахольщику, можно играть, опять же, лазурных драконов, можно играть заклинание на добор трех карт, и оно также синергирует... Или на разгонку по мане. Да, оно также синергирует с Фендралом, то есть можно и на два кристалла маны разогнаться, три карты взять. Если, конечно, это все скомбить, это не так просто, но, тем не менее, такое возможно сделать. В общем, интересное решение.
так или иначе, Друид проигрывает в первом матче, Злок оказывается сильнее. Ну, на самом деле, противостояние все-таки достаточно привычное нам. Я, как активный юзер Зоулока, знаю, что это такое. Тут одно из двух. Либо ты получаешь хорошую раннюю доминацию, хорошо открываешься, максимально прожимаешь и добиваешь, либо ты выходишь в лейт-гейм, где тебе приходится разбивать своих существ об тяжелые карты друида, по типу там древ, новых провокаций, и ты просто теряешь темп, и тебе не всегда хватает двух ПО, и даже тех двух думгвардов, чтобы прорваться к лицу и зафинишить. Тут у Зоулока все сложилось лучшему образом. Опять же, несмотря на великолепную зачистку от друида, свайп очень здорово зашел. А за счет, опять же, новой карты «Запретный ритуал» и заставлением стола щупальцами, после этого была возможность у Злока сыграть эффективно морского великана, на которого не было ответа. И ну, вторая волна, скажем так, агрессии, она уже принесла победу своему владельцу. Друид не смог отбить эту агрессию. Ну и следующий матч — это Фризмаг против Друида. Ну и тут, пожалуй, все-таки моя ставочка на Фризмага, потому что он нынешний Друид. Да, без комбинации сила природы Дикиров. Дикиров играется, но для использования этого заклинания нужен стол. Ну и с другой стороны, еще стоит отметить отсутствие как такового нормального сайленса в колоде нынешних тяжелых друидов. Ну да, не используется, опять же, в теории, учитывая такую, ну, не совсем обычную редакцию друида от Буэра, можно сказать, что, возможно, он играет даже одну копию старого кипера. Вот, пусть понерфленного 2-2, плохие статы, но, тем не менее, сайленс, либо нанесение двух урона. Ух, какая плохая рука для друида. Ну, все настолько плохо. Даранаса. Ну, прям отвратительно. Есть разгон по мане весьма неплохой, но играть нечего. А вот у Фризмага все очень бодренько, очень интересненько. Перебор колоды великолепный. И гномка, и интеллект чародея. Далее есть Таурисан. В целом все выглядит очень приятно для Фриза. Ему торопиться некуда. А вот у друида провал. Здесь добор однозначно нужен. Нужно что-то Зарение, искать. Еще один гнев. Зная нынешних друидов, тут всегда существует шанс, что ты хорошо разгонишься, заставишь стол, и твой оппонент просто не найдет Вестника Рока, потому что с твоими тяжелыми существами, с помощью Близзарда и Флеймстрайка сражаться сложно. Если ты выставишь два древа... Мы сегодня, кстати, такое противостояние уже видели. Если ты выставишь два древа... Ну, как раз это 5-10. И был Буэр, который за счет очень хорошего темпа и обыграл Фризмага. Но тут, к сожалению, здесь совсем уже этого другая не получится. Игра. И он дает еще и карты своему оппоненту. Еще один грязный барахольщик. Ну вот необычная колода, согласись. Ну, как минимум, использование двух этих карт — это уже необычно. В остальном же, ну, играется два Древа Войны, два Диких Рева. В принципе, остальные карты не вызывают каких-то вопросов. Но вот грязный барахольщик — это действительно что-то... Новенькая. Не совсем привычная. Я бы не сказал, что эта карта как-то... Подожди, это Йоксарон? Да. Что тебя удивляет, Олеся? Вчера, опять же, Михаил сказал замечательную фразу. Йоксарон — это самая адекватная легендарная карта в новом дополнении. Что? Из богов Йоксарон равно адекватность. Что? Вопросы... Хорошо. К автору данного изречения. Но на самом деле, шутки шутками, Йоксарон, могу предположить, зачем он здесь нужен. Опять же, это Рено Фризмаг. Ну, вот оно что. Это Рено Фризмаг. И, в принципе, как какой-то... Лейт, возможно. Лейтовая карта, которая в ситуации, где ты уже практически проиграл, может тебе выиграть игру, либо вернуть тебя в игру. Эта карта, либо убить тебя, неплохо. Например. Ну, да. С другой стороны, кстати, я, пожалуй, еще здесь присоединюсь с таким нюансом. Йоксарон — это легендарная карта, это босс, который, ну, не имеет аналогов. То есть он неплохо синергирует с тем же Рено, чтобы не иметь копий. А плюс позавчера я дико жаждала увидеть в бою Йоксарона на темпу маги, но темпу маг слишком быстро победил. Надеюсь, сегодня Йоксарон меня порадует. Я бы хотела увидеть, скажем так, первый официальный матч на серьезном турнире, где сыграет Йоксарон.
Мне интересен исход этого матча и насколько сильно сгорит владелец Эксарона. Ну, или ну, владелец должен понимать, на что он идет, играя этого бога. Тем не менее, вот, пожалуйста. Окей. Хотела увидеть, получайте. Так, ну, теневой удар. Знаешь, стрельба по воробьям. Блок-щитом. Великолепно. Удваивание. Удваивание, так, неплохо. Холинова, шикарно. Великолепно, элементал дистракшн, плохо. Но Йоксарон выживает в то же время, перегрузки, по идее, нет. Он вот хорошо сыграл Йоксарон. Я теперь знаю, кто играет Йоксароном. Ребята, у которых все в порядке с везением. Потому что, ну, смотри, в моем случае я бы пиробласты в лицо получал. По факту не было, ну, конечно, Elemental Destruction плохо, да, то есть ты поранил своего же Йоксарона, но тем не менее, ты получил 5 единиц брони, ты добрал единицу карты. Мариэль, посмотри. Неплохая раскопка. Ну, против Ризмага это да, это даже, пожалуй, неприятно. Это, конечно, не Мариэль под контроль варом, но под друидом, в принципе, тоже неплохо. Посмотрим, кстати, что сгорит сейчас у мага. Песни Крока, но это страшно. Не страшно, да. Вполне терпимо. И смотри, Рено все еще не активен. Игроку нужно внимательно вспоминать колоду и знать, какие копии играет. Наверняка айсблоки. Как ну, минимум. В руке мы видим две Фростновы, опять же, два Вестника Рока. Да, наверняка секреты играются в двух копиях. А, айсблок. И, возможно, барьер также. А вот древо войны, но... Не в тему, конечно, древо заехало. Будет подвестника. Ли Мариэль? Да, будет Мариэль. Первый раз я вижу усиленную абилку друида. Друида. Наносит целых 3 единицы урона она. Ну, само собой, под первым прожатием. Нежданчик. Йоксарончик. Так, Вайширский оракул, второе древо войны и Рагнарос. Вот это хорошая карта. А вот и айсблок. Айсблок все-таки в единственной копии используется. А это... вот еще не факт, в колоде еще есть карты. И а, ну он получил, он получил в руку, да, второй остался, возможно, в колоде, все верно. То есть получается у нас из повторов два копья. Так, здесь уже раскопка не такая крутая, хотя добор, в принципе, выглядит нормально. Здесь древо войны в таунт играется. А как он будет убивать друида? 36. Хорошо, 34. Ну, есть, опять же, архимаг Антонидас, есть Алекстраза, есть, в принципе, много урона в руке. А вот и Фендрал, оленей шлем. Играется эта карта все-таки. Ну и сейчас есть чем подконтролить Алекстразу. Это тоже мульчирование, например. Которое придется отдавать. И сейчас, кстати, еще одна карта сгорит у нас у Фризмага. Потому что мульчирование дает карту. Mm-hmm. А это алчный наемник. Забавно. Кстати, да, мульчирование здесь сыграло... Если сейчас айсблок сгорит, будет обидно. Сыграло очень здорово. Прожимает стакать броню, продолжает стакать броню друид. Ну и минус какая карта? Интеллект-чародея. Ну, на самом деле, это бесполезная карта уже в лейте. А, играется Архимаг Антонидас, Фрост Нова, Айсблок, два копья, точнее, Ледяная Стрела, два копья. Айсблок висит, не, пускай наши зрители и об этом не забывают. И максимальный все-таки, дэмэдж. Все-таки все идет к тому, что маг победит. Немножко фаерболов. Немножко. Совсем чуть-чуть. Малая толика фаерболов. И на самом интересном месте. Или игрок повис? Нет. Глаза двигаются. Глаза игрока. Не глаза на карте. И спектатор у нас вылетает. Ну ничего страшного. Будем главное, надеяться, что это только спектатор, что в игре все хорошо. А вот, собственно, наши... Китайские коллеги. Китайские. Мы слегка от них отличаемся. Я надеюсь, вы заметили отличие. А не от нас. Ну... Если бы они увидели нас, они сказали бы то же самое. Кто это вообще? Да. Что ж, кто эти люди? Эти люди? Ну, на самом деле, данные лица я узнаю. Это ребята, которые закрывают достаточно много турниров именно на своем языке, примелькавшиеся ребята. По-моему, даже, собственно, с ними мы встречались на наших лан-финалах в Минске, где они кастились вместо проведения. Ну, а тебе предстоит еще с ними познакомиться?
Жду, не дождусь. Ну и напомню, что наши LAN-финалы пройдут в Шанхае. Дату проведения вы можете найти в официальных группах, в наших социалках. Ну и, собственно, подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Скоро у нас стартует наш уже мировой дивизион. Кстати, я думаю, что очень в тему будет сказать нашим зрителям, кто же принимает участие у нас уже в мировом дивизионе. Прямой инвайт на турнир получили Калента, Станцивка, Сайфер, Сурендер, Дог, Джаб, Тайс, Лайфкоч, Найман, Аскака, Супер, Джей, Оранж. Играют квалификации. У нас такие ребята, как Хой, Ксикса, Найрия, Файербат, Амнезиак, Страйв Кроу, Павдер, РДЮ, Ака Вондер, Штан, Павел, Кранич, Гриншип, Овер. Это как раз таки парнишка, который выиграл квалификации здесь у нас в Киеве. Перпл и Доктор Хиппи. Получается, что в квалификациях у нас целых 3 представителя Украины. 4-й представитель Украины получил прямой инвайт на турнир, это Калента. 2 россиянина. Это, собственно, Штан Удачи и Павел. И еще один представитель СНГ, это Найман, который играет уже в основной части. Действующий чемпион Европы, можно сказать. Слушай, а СНГ-то очень мощно представлено? Да, и список очень сильный, и эти ребята могут показать, я думаю, неплохой результат. Ну, а мы возвращаемся в игру. Победа мага все-таки, счет становится 2-0. Ну и подходим мы к противостоянию Друид против Контроль Вара. Пожалуй, я как любительница Контроль Вара все-таки сделаю ставочку на Вара. Опять же, раньше, когда все еще была комба, Друид был фаворитом в данном противостоянии, причем... Существенным фаворитом. Это считался неприятный, как минимум, матчап для Вара. Да, причем... China Wild играет такого достаточно классического контроль воина. Здесь есть новые карты, но, если не ошибаюсь, он показал сегодня только защитников Кровавого Копыта, стенки 2, 6 новые. А все остальное это классика. Причем у него такой достаточно тяжелый контроль воина. Ну, он играет очень тяжелый. Алекстразу, Изеру, Рагнароса. Изера, опять же, считается убийцей друидов, потому что друиду засалить, особенно сейчас, в нынешних реалиях, вообще нечем. Невозможно. Плюс этот друид хорошо давит массой, но к большой радости Вара эту массу он сдувает без особых проблем с помощью потасовки, экзекьютов, слэмов. То есть количество тяжелых и сильных существ у друида практически равно количеству ремувалов у Вара. Поэтому здесь... По сути, мы сейчас смотрим новую мету, мы сейчас формируем уже понимание в нынешних реалиях, кто сильнее. Потому что все старые результаты стоит откинуть, уже смотреть на вот эти новые матчи и формировать, да, уже новых фаворитов. Все по-другому, конечно же. Хотя что стоит отметить, опять же, это Никтун друид и Никтун воин. Опять у нас, кстати, мало Ктун колод сегодня. Энзот колода была всего лишь одна. Ну и смотри, какое интересное решение здесь принимает у нас Вар. И судя по реакции, он далеко не в восторге. Что-то он так интересно среагировал. Не понравилось ему, видимо, его плей. Хотя выглядело это неплохо. Вполне нормальное решение. Обрати внимание на баны. В бане Прист и в бане Шаман. Если Шамана я понимаю, то вот в бан Приста меня смущает. Знаешь, почему он недоволен? Последовательность не та. Надо было сначала топором ударить. Армор не получил, получается, да, дополнительный овер. Ну, благо, опять же, пока что нет этой проблемы. То есть есть у него 2 удара щитом, но бить пока некого. Но в целом, последствия это может сыграть свою роль. Вот ну это да. Лишняя единица армора. Один недоставшийся армор может сыграть роль, учитывая, что у тебя на руках 2 ремувала в виде слэмов. Озарение. И неплохо заходит размах. Великолепный размах под лазурным драконом. Полная, ну, кстати, зачистка. Очень интересно, как будет синергировать, опять же, Фендрал плюс раскопки. То есть, по логике, ты должен и существ копать, и заклинания. То есть, это очень сильно должно ты выглядеть. Ты и существ копаешь, и заклинания. За одну единицу маны ты получаешь еще дополнительно... Причем ты можешь доставать новых существ. А вот, кстати, смотри, играет все-таки он... Все-таки разгоночку играет эту. Здесь вот сейчас если ты увидишь в действии. Если выживет, но не выживет, к сожалению, Фенрал. Неплохо, яростный воин. Великолепно. И шестерка против контроль Звездный Вара огонь, может сыграть. Либо все-таки, да, все-таки Звездный огонь и вторая раскопка. Как же он дровается. Фу, дерево 8-8. Неплохо. И гнев на добор. Гнев
который причем сейчас гнев можно сразу сыграть. Сразу же, да, убьет служителя боли, еще и доберет даст тебе карту. Ну, просто невероятная реализация легендарки. Вот на самом деле, вот это действительно value. Также стоит обратить внимание на наличие Харрисона Джонса, который сыграет против Вара в дальнейшем. Ну и вот я не знаю, с помощью этой легендарки сейчас друид получил настолько большое преимущество по картам, при этом он не истощил свою колоду и не приблизился к фатигу, потому что большинство карт были раскопаны. Да, ну, очень это здорово. Очень классно. Ну и тут, по-моему, с помощью именно этой легендарной карты друид получает большое преимущество. Да, он перехватил полностью инициативу, и теперь впереди явно уже в этом противостоянии друид. Путь к золотой обезьяне. Идет Алекстраза. Алекс выходит по мане. Чем разбираться с драконом? Ну, здесь есть возможности. Причем неплохие. Можно попытаться прокастоваться заклинаний. Звездный огонь плюс размах. Да, звездный огонь, размах, добирается еще Древо войны. Алекстраза погибает. Ну и дэмэдж, дэмэдж. 7 урона в лицо воину. Громаш есть. Так, а вот, кстати, еще Вурдалака играет. Хорошо играет под служителем боли, под мастером брони. Очень здорово эта карта зашла как раз. Причем во все концепт. Колоды. Да, но это отличная синергия с направленностью, скажем так, воина, то есть с теми картами, которые практически во всех колодах этого класса играются. Это и служители боли, и добор карт с помощью, ну, через раненых существ, и разгонки там, и так далее, и тому подобное. Ну, я скорее обобщу. В общем, этот вурдалак нашел свое применение как в контроль варе, так и в патрон варе. Абсолютно. Да, безусловно. Ну, он, понятное дело, не особо нужен там в каких-то, в каком-то агро варе. Сейчас, кстати, тоже такая мода небольшая, да, пошла, я играла на агровар на пиратах. Фейсвар. Интересная колода. Причем она интереснее, чем старый фейсвар, который был таким, знаешь, ну, топорным, там, чисто фейс. Здесь все-таки там еще и синергия с пиратами. Да, очень круто играет. Так, а здесь что у нас? Здесь да, это же друида. У нас летал. И друид побеждает. Сейчас становится 2-1. Ну и, собственно, отыгрывает он первую партию. Для игрока остается только контроль вар, а вот уже его оппонент может выстроить свой лайнап более приятным образом. Достаточно интересно, что он выберет. В бане у него прист. В любом случае должен побеждать на каждом из классов. Напомним, что Буэр у нас играет на очень интересном лайнапе. У него охотник, необычный охотник. Это контроль дракона Мали ОТК. Да. Больше слов. Кто придумает самое длинное название для данного ханта? И молодец. Да, мы, кажется, лидируем в этом вопросе. Но нужно каждый, да, Алиса, нужно каждый раз совершенствоваться и дополнять. И добавлять еще одно слово. Да. Не, ну проблема в том, что мы... разбойница Энзот. Разбойница. Класс. Первая Энзот-разбойница на этом турнире. До этого мы видели только Миракл. Вау. То есть реально вот Буэр пока что радует как никто своим лайнапом. Просто в нереальном восторге от именно от его лайнапа, потому что этот игрок, ну, действительно нас побаловал. Да, ну пусть пока что он проиграл первую игру и проиграет вторую. Опять же, я без лишнего злорадства, я на полном серьезе говорю, но лайнап у него действительно выглядит интересно. Не всегда это показывает, ну, интересный лайнап равно хороший результат, но наблюдать за этими играми реально весело и интересно. Ну, я большая поклонница Энзот-разбойницы. Опять же, изначально воин фаворит в этом противостоянии с разбойницами, но вот насколько силен будет КВ против именно Энзот-разбойницы. Все-таки здесь много таких неудобных существ. Да, есть потасовки, причем потасовки нужно тратить с умом. Тебе нужно как изначально убивать этих существ, так и потом после розыгрыша Энзота как-то разбираться со столом. И даже после того, как ты этот стол убьешь, тебе нужно еще разобраться с тем, что останется после предсмертного хрипа. То есть тут... На самом деле на разбойнице наиграло достаточно много, на Энзот-разбойнице. И против контроль вара, признаюсь, она идет
неплохо, как раз таки за счет вот этих хрипов и безумно неудобных вот этих вариантов разбирать это. Контроль вару вообще очень сложно с хрипами бороться, а когда их много, когда они заполоняют стол, потасовки тебя не спасают. И вот это, наверное, ощутимая сила разбойницы в этом. Да, но пока что воин весьма неплохо справляется с... Хороший заход. Угрозами, которые создает разбойница. Энзот приходит, но играть особо нечего. Вынужден играть ящера без боевого клича. То есть нечего банально копировать, никакой хрип. Ну, такое также часто происходит, но особенно против агроколод. В любом случае, это неплохая тройка, 3-4, нормальные статы. Можно разыграть эту карту в темп. А вот и кровавый вой. Достаточно печально видеть темную чародейку за 5 маны, которые пока являются обузой в твоей руке. Они... Да, ты не можешь разыграть просто как пятый дроп без... просто как существо 4-4, это выглядит слабо. Конечно, карта очень крутая. Но только когда если ты копируешь, у тебя что-то есть. Да, что-то важное, скажем так. Например, того же Инзота. Вот Керна бы какого-нибудь сюда, да, скопировать, да, в дальнейшем ящером его хрип, или Сильвану скопировать хрип, а потом уже попытаться сделать этой темной чародейкой копию выбранного существа. Ну, в общем, да, тут не достает именно хрипов. Вот в чем проблема. Плохой заход для Буэра, это явно уже можно сказать. Вынужден он просто разыгрывать на стол ископаемого ящера и защитника Аргуса с бафом всего лишь одного существа. Пока что все хорошо складывается для Буэра. Контроль вара. Очень хорошо. Но тут, скорее, для него это хороший заход карт, это первое. И второе, плохой заход, да, для его оппонента. Да, тут, в первую очередь, даже плохой заход оппонента, скажем так. Ну, на самом деле, вот когда темные чародейки и, собственно, ящеры за 3 маны у тебя, ну, лежат абсолютно бесполезными и не выполняют той миссии, которую ты на них возлагаешь, это уже понятно, что колода не работает. Ну, по крайней мере, в таком порядке захода. Ну, возможно, опять же, одну копию темной чародейки стоит использовать. Ну, либо просто ни за что, такое тоже бывает. Это, конечно, сложно судить по одной конкретной партии. Но я слегка огорчена, потому что Энзот Разбойницы является, ну, наверное, одной из самых таких вкусненьких для меня. Такая многоуровневая колода, интересно за ней наблюдать, интересно, скажем, этой колодой играть. В лейте у нее хороший потенциал за счет реализации хрипов. Ну и, ну, конечно, в ранней игре ты много проигрываешь агроколодам, но если у тебя шру есть, удары в спину, и ты можешь позволить себе скопировать ранние хрипы, то и с агроколодами она тоже, в принципе, справляется. А здесь уже на столе находится разогнанный громыш. Как-то с этим нужно разбираться. Есть ошеломление. Есть с монеты Энзот. Ну, с монеты Энзот, судя по всему. И сейчас увидим, сколько хрипов погибло. А погиб всего лишь один хрип. Это очень слабо. Расхититель гробниц. Просто отвратительно. И ты просто отдаешь Энзот, у тебя не будет возможности его вернуть в руку. Но все плохо складывается для разбойницы. Плачевная ситуация. Ну и давай смотреть, как будет играть здесь у нас вар, потому что, ну, разниц, ну, вариантов у него много, признайся. Ну, здесь ванов. Одинов, да, кстати. Вариантов много. Ну, даже банально то, что стоит на столе, он легко разменивает топором и... Но он сейчас он вот может пойти. Он именно над этим и думал, на чем я хотела сконцентрировать внимание. Стоит ли рашить? Вот стоит ли менять Энзота? Может быть, с руки забрать расхитителя, а громашем таки пойти в лицо, потому что теперь на столе целых два важных и сильных таргета. Ставить на одном ХП. Или оставить на одном ХП. У тебя нет оружия, ты не сможешь добить. У тебя нет рывка. Либо пойти громашем все-таки в лицо и оружием разменять забрать расхитителя гробниц. В такой ситуации, кстати, сыграет... Что сыграет-то? Так, 17 хп воина, монетка, фарсир, есть ошеломление на Алекстразу, можно теперь скопировать темной чародейкой и, допустим, с монеты сыграть еще. Энзот за одну ману, просто неплохо сыграно. С монеты еще можно сыграть. А форсира, кстати, заметьте, это очень неплохой плей от Буэра. Конечно. То есть он как раз разводил своего оппонента на вот такой именно плей. И у него получилась его задумка. Но здесь, опять же, 6, есть там потасовка. Было 2 офф.
потасовке выживает расхититель гробниц. Еще одна монета добавляется в руку. Тот момент, когда монеты тебе не особо полезны. Ну, жалеет. Миракл Рога сказала бы огромное спасибо за эти монетки. Ну и здесь, конечно, Вару пришлось делать достаточно медленный ход, и как бы это ни повернулось к нему просто боком, потому что тут еще и аргусы есть. И вот так вот просто попытаться забить в лицо, ну, у тебя вряд ли получится. Так, здесь Бран плюс аргус весьма неплохо. Обидно, конечно, что Брану не получилось реализовать со служителями земли, но... Но, тем не менее, проходить такие стенки тоже крайне неприятно. Это да. Это факт. 5 хп у Роги. Есть баш, еще 2 урона нужно найти. Это потасовка, это не урон. Ну тут, конечно, можно... Ты сам боишься умереть уже в любом момент. Да, конечно, нужно отдавать экзекьют. Казнь летит в расхитителя. Еще одна монета для разбойницы. И зера. И зера. Пробуждение? Можно... Да, пробуждение. Ну, пробуждение это летал. Ой-ой-ой, на следующий ход. Ну, неплохо. Очень-очень заметь, очень неплохо. И причем это второй раз уже конкретно у этого игрока, и Зера дает нужные карты. Ну вот, я на самом деле не зря говорила про пробуждение до того еще, как увидела эту карту. Потому что мне кажется, что этот парень наладил контакт с Зерой и как-то договорился. Ну, Буэр весьма неплохо, опять же, отыгрывает... Там теневую чародейку, за счет Брана получают 2 копии аргуса в руку, но немножко он не добивает. Хорошая игра, опять же, в любом случае, этот игрок проигрывает второй свой матч, но он... Ой, посмотри! Расстроился. Очень блин, сильно. Блин, тяжелая игра, вот действительно неприятная, и ну, лично для меня очень хорошее впечатление оставляет этот игрок. Ну, но... знаешь, такое чувство, как будто ему постоянно чуть-чуть не хватает, вот серьезно. А, тут, пожалуй, еще дело именно в невезении. Как по мне, потому что у Энзот разбойницы может быть гораздо лучше заход. Но здесь не было ранее игры, опять же, не было двоек новых, которые дают тебе случайную карту класса твоего оппонента при смерти. Там Шеру не заходили, опять же, эти теневые чародейки, которые лежали весь матч в руке, ты не мог их эффективно разыграть. Очень, на самом деле, такой, знаешь, интересный плей, изящный в какой-то мере с розыгрышем Энзота, с, ну, по сути, таким разводом твоего оппонента или-или, то есть, либо убивать Энзота, либо идти all-in. И, собственно, сработала стратегия Буэра в этот момент, и он получил возможность для камбэка и получил шансы продолжить игру и победить, но, увы, все-таки оппонент его оказался сильнее, нашел нужный урон и сумел довести эту партию и в целом матч до победного конца. Там, на самом деле, пробуждение Зеры, наверное, не решило исход сражения, ну, вот прям на 100%. Там еще была у Вара потасовка. Он мог дать потасовку, соответственно, раскидать вот это все. Но вот пробуждение... с другой стороны, опять же, там оставалось буквально 6 хп уже у воина. То есть... Это да, но у него все равно на руках все еще оставались ремувалы. То есть, если бы докабы, но Вару повезло на пробуждение, и он по-быстрому закончил эту игру, с чем мы его и поздравляем. Это безусловно. Ну а впереди у нас еще много матчей, так что далеко не уходите, у вас есть время как раз делать себе чай или кофе, и мы скоро вернемся.